Слышишь, стая? Только этого нам и не хватало. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров? Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой! Вот и стая. Прикрываю! Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров? Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой! Вот и стая. Может, потому зону запретную объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые. Давай через мост, чтобы железку не...
Черт, высоко. Слушай, Артем, закинь меня наверх. Черт! Давай ты. Держу. Артем, слышишь? Вряд ли рычало что-то здоровое, но далеко. Ничего себе метель! Не видно ни черта! И не слышно! Переходим на рации! Что за черт? Артем, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Вот зараза уходит! Артем, что делать будем? Смотри, наши из Ордена! Наверное, тоже за поездом гонятся. Артем, давай к ним! Ребята, вы как здесь оказались? Видели, что там едем? Эй, давайте быстрее! Разобрались бы сначала, уроды! Да Артем, уже. Слава богу, это не Орден, ганзовцы, козлы. Ах, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артем, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Папка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. Да противогазы не понадобятся. Дурак, а мог бы жить да жить. Поехали.
Ага. Видать, стражи прорвались. Ничего, раз это вообще так. Потерь мало, что ли? Эй! Что это за шум? Надо группу послать, выход за... Внимание! Включение поворотного круга! Отправишься в котловаз. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О, господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так... Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Чинили, товарищ сержант. Не спешите. За работягами, пусть проверят. Пригнитесь и не шумите. Соображай, значит, исправляешься. Видите лестницу? Тихонько подберитесь к ней. Держите стены. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. Давай, давай, у тебя-то руки точно не жопы. Семён Михайлович, генераторная поломка похожа. Вам туда. Чего? Вот еще ты меня поучи, куда да что. Иди лучше здесь проводку проверь. Все под контролем. Давай, давай, шевелись, тараканья немочь. Стойте! Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Че ты там бубнишь, а? Твое дело. Выключите лампу. Ничего. Так, идемте. Погодите, погодите! Стойте! Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно. Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может, сработает. Ох, беда! Погодите, погодите! Стойте!
Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь и нужно. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его... Отлично! Идемте, скорее. Проходите быстрее. Удачи вам. Эта система вентилирует весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать момент. Я, конечно, постараюсь помочь. Но сами понимаете, боюсь, я меня не скажу. Ты еще кто такой? Сыромят! Тревога! Тревога! Живой! Ты ранен? Жетон Хантера выдержал пулю. На тебе, сука! Не дергайся! Идиоты! Да вам теперь, по законам военного времени, одного расстрела мало! Это широкополосный подавитель радиочастот. Что? Глушилка. Москва не слышит никого. И Москву никто не слышит. Твою ж мать! Ты слышишь, Артём? Ты понимаешь, что ты был прав? Там не только Россия! Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет, а вы как дети малые. Тревога! Скоро вся охрана здесь будет. Черт! А, не стреляйте! Тёма? Я с ним! С вами! Бежать вам надо! Ваше, оно вместе лежало, я ее умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Повышенная готовность. Охрана! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Быстрее, сюда! Идемте. По всем неизвестным огонь открывает... Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите, главное, приберитесь в ангар. А там Бог даст вылез у вас. А меня не знают, внимания Андрей не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Ugh!
Тихо! Артём, меня отпадется! По всем местам огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу перемещение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Артём, отлично. Мы внутри. Все, Артём, снимай противогаз. Теперь осталось найти Ермака. Пускайте к серому и проверьте яму. Так точно. Тёма, они Ермака схватили. Надо поближе подобраться. Занимайте! Тебя заметили, прикрываю.
охрана сбежать не даст. Надо от них как-то избавиться. Артём, рядом враги. Молодой человек, кругом полно охраны. Надо с ней разобраться. Вы добрались, черт. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посматривайте. На шум вся база сбежаться может. Артём, быстрее включай поворотный круг. Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Черт!
Ничего себе. Ты как, живой? Ребятки, на платформе ручной привод есть. Им Артём. Давай вместе! Еще немного! Машиниста? Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит! Товарищ полковник, тут Аня? Такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня! Какого черта? Артем! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они в Артема стреляли! Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ да, полковник, какая глушилка? Люди из других городов! И да тут их всех, молчать! Всех женщин, детей! Объясню. Все, мама. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме! Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики, Артём с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не мне отношения решать, не имею. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артём, Аня, это же наши. Их не бросает. Если мы не кто-то! Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед! Артём, пошли выйдем. На свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всему... Yeah.
немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками. В противном случае будет открыт огонь на поражение. Ох, сука, сколько же на нем брони навешано. А пулеметы? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все сделал! Это было последнее предупреждение! Немедленно остановите локомотив! О, черт! Ты как? Порядок? Царапина! Останавливаемся! На тормоза тут ни к черту! Ермак, начинай избавлять ход! Пусть думают, мы послушаемся! Это ты правильно решил тормозить, сразу видно. Разумный человек. Гранатами мы только краску поцарапаем. А если изнутри? Взрывчатки маловато. Разве что всю топку им засунуть. Товарищ полковник, разрешите мне. Добровольцев здесь назначаю я. Пойдет Артем. Почему Артем? Он эту кашу заварил, ему и расхлебывать. Артем, как притормозил, прыгай. А я этого пока отвлеку. Ты что ли, Яков Борисович? Я. Некуда там ехать, Мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так а мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам. Сам понимаешь. Это дезертирство, предательство. Ты охренел, паскуда? Меня предатели? А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай. Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас? Мы вам столько лет служили верой и правдой! Крутили! Врагу продался? Они нас дотла, а ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За родину, за людей, понял? Но не ради тебя, гнида! Thank you.
стороны! Пулю из кювет! Лично тебя пристрелю! И не в затылок, в рожу твою! Скотина громая! Отставит по видимым! В решето их всех! Огонь! Огонь! Артём, скорее, нас сейчас сквозь не разнесу! Поздравляю, теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры, потому что все они показывают почти нормальный фон, будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах.
сейчас на развилке. Все недоумевают, куда дальше, вперед или назад, налево или направо. Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение – не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит» – сеть станций радиоподавления, покрывающая территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил со своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя! Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «Расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилки, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и удрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышал про невидимых наблюдателей? Слышал, но это же просто сказки. Не сказки. Это они и есть. Уверен, что они Москву всем, защищают, а не свои задницы. Всем, и что за... Ковчег? Если Артём... Ну-ка, ну-ка, 1, это что? 8-1-1-7-9. Всем слушать. 8-1-7-9. Повторяю. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 1-8-1-1-7-9. Ну-ка. Квадрат. 1-8-9. Только сплотив ряды, мы сможем преодолеть все недоумения. Так, вот здесь, значит. Ага, гора Ямантау. Ясно, маршрут вырисовывается примерно такой. Вот наша цель! Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это! Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится, все, вы понимаете это? Начинается новая жизнь для всех выживших. А женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы! Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? А, это я мигом, это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Пиздец. Еще лучше.
Да ну! А как насчет Авроры? Богиня утренней зари и крейсер... сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. Значит, решено. Тогда Завру! Завру! Артём, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ермак, полный вперед! Есть! Пойду и я подошу. Ничего себе маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, Лёша? О, Харечка! Ждал от Амура стрелу в сердце, а получил от небритого мужика пулю, но мимо. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ох ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Огневой контакт! Четверо! Дрезина! Всем руку! Общий сбор! Артём, давай бегом в рубку! Артём, ты как, цел? Я покорлю, бабай! Один цилиндр открыл! Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет! Проклятье! Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье? Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть баб с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но
Вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артёмом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберемся, от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, день. Может, больше. Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Степа, Дамир, ставим периметр. Так точно. Есть, князь. На тебе разведка близлежащей территории. Принято. Идиот, прикроешь его с Авроры. Есть. Сэм и Алёша в резерве. Есть, сэр. Артём, планшет не забудь. Я как, ненадёжный? Я этого не говорил, Сэм. Всё, отставить разговоры. Артём, там планшет на панели. Пошли, Артём! Новая модель, походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкция внутри. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Пойдем, Артём. Вы там осторожнее только. Ладно. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а?